Всем здоров, с вами я Срок, и я возвращаюсь. У нас были проблемы с Фанни, с игровым ПК опять. Так что мы извиняемся. Теперь видео будет выходить в регулярном режиме. Также будут выходить новинки, но у нас пока проблемы с нашим компьютером. Так что мы будем играть пока на игре, как на Спиднесфанк 1. Продолжать играть в игры, которые мы играем. Вот такие вот дела. Больше вроде ничего нового не было. Ну, думаю, начну играть. В том выпуске, когда я еще выпускал видео, я прошел Вита. Да, теперь у нас Изи в 12 списке. Начнем с гонок. Он играл. Да, я выиграл у Вика Тойоту, его покрасил как бы немножко. Я не мастер драга, так что чуть очень правильно. Пиздец, привет. Хереть. Начало неудачное. Обычно стартую неплохо. Блять, опять я прожал. Что за хуйня? Пиздец какой-то. Теперь главное лидерство не потерять. Первая гонка есть. Так, смс-очка. Привет, пешеход. Это Рейзер. Я тут уже без тебя заскучал. Кстати, твоя тачка передает привет. Кажется, я ей больше нравлюсь. Ладно, смотрим, посмотрим. Следующая, наверное, будет. Thank you.
Я еще давно хотел снять Slender Long Night, но у нас проблемы с компьютером, повторюсь же, еще начали. Не знаю, многие играли в нее. Мы, у нас фанят тоже выпускать, но если никто не будет смотреть, чем она выпускает. Первый круг есть почти. Но гонка идет очень спокойная. Начал я ехать первым такие же. Нету конкурентов, нет. И заметьте, это гонка с первого раза. Одна гонка последняя осталась. Я гонки пройдены. Сколько она уже денег? 180 вместо 22. Нормально. О, так. Спринт, наверное. Да, второй спринт. Thank you.
Поворот, кто же его как делает, блять, руку жопу за дорогу делает. Прошел, осталось 2 мили пройти и ехал собирать и все. Это мясочка. Ну как? Если тут такое веселье, то что же будет в Рокпорте, а? Кстати, Рейзер тут мутит воду, но ты не волнуйся. Что ж ему еще делать, бедняги? Он хочет тебя урыть, кровь из носа. Плевать. Знай, гоняйся, и все будет путем. Понятно, ты его достать? Интересно. Забыть я сейчас что ли одну фразу. Пытается идти через пляж.
Поинтересно. Поинтересно. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Подкрепление. Так точно. Дельта-22. Подкрепление уже выехало. Кто наебывает? Что за хуйня, где мы сыры? Диспетчер, организуйте отцепление района. Он удрал. Эй, мы сыра, вы где? Когда объект видели в последний раз, он ехал назад в Аушен и устраивает. Начинается отцепление района. Ну. Свободным экипажем начать патрулирование. Да, не нафиг. Капец погнался. Вообще, мне ж так интересно стало. Класс, что ты чё заработал? Это понимаю. Ладно. Не будем не париться, пройдем вот эти две. Погодно, наверное, стоит. Сколько надо пить-то? А вот он, ебать! Ебать, я не увидел его, ебать! Ну ладно, сейчас устроимся. Сколько это? 114, 21, 10, 14. Ну что ж, думаю, на сегодня хватит. Кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх. Кому не понравилось, дизлайки. Комментируйте, смотрите. С вами был Хайсрок, всем пока.